лайкните, оставьте коммент и подпишитесь. С вами Эльвира из Америки. Тендандена Эльвира Америкагачен. Сегодня я вас познакомлю с магазином Marshalls. Это сеть американских магазинов, универмагов, принадлежащих компании TJ Maxx. Ребята, нахожусь я в магазине Marshalls, где продают достаточно очень много таких брендовых товары, очень дешево. Вот, например, сумка Стив Надин. Это натуральная кожа и стоит своя цена 88 долларов, а они продают за 29,99, то есть $30. И вот таких вот очень 34,99 тоже Стив Надин. Вот. Я как бы поначалу была сумасшедшая до всего до этого, мне было интересно, но сейчас я уже как-то на это все смотрю постольку поскольку. Вот так вот. То здесь можно, в принципе, все можно найти, увидеть и случайно наткнуться. Платье Calvin Klein, $24.99, $25 почти что. Да-да, друзья, случайно наткнуться, потому что лозунг магазина – это ваш сюрприз, который ждет и никогда не скучает, всегда удивляет. В этом магазине, в принципе, можно найти очень много и для дома. И для себя лично. И цены, я скажу, очень-очень-очень приемлемые. Это все для ванной комнаты. Матрасы для кошек и собак тоже так же продают в этом магазине. Вы покупаете для своих собак матрасы? Тут уже продают детский товар для детей. Также в Marshalls можно найти все для телефона. И не только. Просто хочу подметить, что многие качественные и хорошие товары можно здесь найти очень-очень дешево. Yes, and... Здесь вот уже одеколоны мужские, всякие разные. Так вот, Calvin Klein, Eternity for Men. По сути, это вот стоит $35. Стоил бы в Диллардсе, например, намного-намного дороже. Дизайнер фэшн, это
мода от дизайнеров. Тут вот очки продают Суфиджи. И стоит он только всего лишь $10. Оскар де ла Рента. И стоит он тоже $10. Вот другие очки Оскар де ла Рента. Тоже стоит $9. Одним словом, если вы хотите купить брендовые товары, посетите магазин Marshalls. Вы удивите себя и своих друзей. Это был магазин Marshalls в городе Таллахасси, штат Флорида. А с вами я прощаюсь и желаю всего доброго. Порен Сайон Коца. Тенданденелин Эльвира Америкагач. Тау ончималанда. Кода за комментом. Воза сэмэйдэкэн.